Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 480-е упражнение. Необходимо списать, ставя пропущенные знаки препинания и подчеркивая в корнях буквы, которые не совпадают с произношением. Еще не царствует река, но синий лед она уж топит. Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. И в самом обычном наряде мила ты отчизна до слез. К лицу тебе русые пряди твоих ненаглядных берез. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.